Здравствуйте, меня зовут Светлана Хитрова, я скульптор по бархатному пластику. Бархатный пластик – это вот такой материал, он имеет уникальное свойство, очень пластичный, тянется до толщины в человеческий волос, и из него можно делать вот такого плана декор. Мы можем оформлять свадьбы, в том числе и помещения, в которых нельзя сверлить. Делается очень быстро, можно сделать под ваш замысел. Также, опять-таки повторюсь, можно это делать в съемных помещениях, можно подписывать, например, даже на стекле, на зеркале. Можно на любой стене это делать, очень быстро делается. Можно надписи писать, то есть, например, там имена молодоженов. Можно также делать оформление детских мероприятий, вот, в том числе. Ну вот я напишу, чтобы вы представляли немножечко слово «лепка», например. Также можно писать, в принципе, в любом стиле. Можно оформлять не только какие-то простые вещи, можно цветом делать. Вот. Можно подстраиваться в цвет свадьбы, например, градиенты, оттенки делать. Если у вас съемное помещение, опять-таки, это все можно легко снять. Как вы видите, не требует сверления, отлично держится. Вот, в то же время возможен монтаж. Сейчас я вам проведу маленькую экскурсию по нашей мастерской. Оп. Телефончик, да здравствуй, телефончик. Это наши рабочие места. Мастерская наша. Проволока. Проволока нужна, если вы хотите, например, сделать выступающий каркас. То есть, например, объемные ветки. Объемных, например, лебедей. Вот. Любых животных, птиц. Это вот наши фигурки. Так вот, немножечко галопом по Европам. Вот наш склад. Это пластик, собственно. Ящики. У нас 3 международных магазина. Фигурки отправляем. Можно фигурки делать до 1,5 метра, если ваше помещение размер не ограничит, потому что, возможно, монтаж на месте. Можно сделать объекты, даже превышающие размер дверных проемов. Вот. Также есть возможность выезжать, в том числе выезжать в регионы и делать очень крутые вещи, которые пока никто не делает в этой индустрии, и удивлять ваших клиентов так, чтобы у них глаза загорались и был восторг. Мы делали очень крутые мероприятия, я обязательно еще покажу фотографии с этих мероприятий. Ну вот, пока наш краткий экскурс закончен. Если хотите, можно подъехать вживую. Мы можем рассмотреть конкретно ваш проект, сделать под цвета вашей свадьбы. Вот, например, вот тоже демонстрировали покупателям, видите, специально. Так что справа есть кнопочка для того, чтобы записаться на консультацию к нам, проработать ваш проект и посмотреть стоимость. Чтобы вы примерно представляли, там стоимость вот этой двери где-то от 1200 рублей метр. Спасибо, жмите кнопочку, оставляйте заявочку, я вам обязательно перезвоню. Спасибо.